Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе BMW X5. Делаем шумоизоляцию четырех дверей материалами Comfort Mat. Делаем три слоя. Вот у нас уже разобранная дверь, как мы видим, снята отшивка. И, как мы можем заметить, BMW солидный довольно-таки автомобиль. И полное отсутствие шумоизоляции в дверях. Довольно печально, так что будем исправлять. Проклеили на дверную карту виброизолирующий слой. Вот так у нас это выглядит, все прокатано, чтобы плотно прилегало, чтобы была адгезия. А вот так у нас уже выглядит шумка, шумопоглощающий материал. Данный материал называется волна, такой вот волнистый. Остается поставить обшивку на место, собрать. Проклеили виброизолирующим материалом обшивки. Все прокатали. После этого мужу в машине будет намного приятнее. Вот мы и доделали нашу работу, поставили обшивки на свои места, собрали двери. Все у нас в порядке, все аккуратно поставили на свое место. Все у нас красиво. Теперь музыку будет намного приятнее слушать, и автомобиль будет здесь. Всем спасибо за просмотр.